Твердые отходы на территории мусороперерабатывающего завода в ПГТ «Рогань» загорелись сегодня ночью. Журналистов на территории свалки не пускают, аргументируя, что это частная собственность. Комментировать происшествие также отказываются. Выйдите, пожалуйста, за территорию, я с вами поговорю. Не надо меня снимать, не надо. Ну, можно хотя бы расскажите. Не заходите, пожалуйста. По информации спасателей, горение мусора сопровождалось большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг. Жители села Храли, расположенного недалеко от свалки, жалуются, что это не первое такое ЧП на данном предприятии. Пожарные потушили вроде бы. А дыма много? Вот как местным жителям? Ну, конечно, был дым. Потом вроде как перестал. Но сегодня я ехал с города, видел в сторону Гагарина. Дым большой был, да. Так мы тут задыхаемся. Да. Что тут дышать? Общая площадь полигона составляет порядка 21 гектара. Пожаром было охвачено 600 квадратных метров. По словам спасателей, на момент их прибытия огонь проникал на глубину до 3 метров. Туда были направлены наши подразделения в количестве 7 единиц на автоцистернах. Это было в 2 часа 4 минуты. По прибытию наше подразделение на месте уже доработали добровольная пожарная дружина данного объекта. Также на ликвидации были задействованы 3 бульдозера, 5 самосвалов и 2 экскаватора. Почти в 7 часов утра пожар удалось локализовать. На данный момент открытого горения не наблюдается. Идет завоз земли, грунта проливается водой и утрамбовывается спецтехникой, это имеется в виду трактора и так далее. Ситуация контролируемая, каких-либо угроз для развития пожара дальнейшего отсутствует. По словам спасателей, в происшествии никто не пострадал. Причины возгорания в данный момент устанавливаются. Ольга Куриленко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».